Давайте немного прочитаем про этот вирус, что на сегодняшний день о нем известно от товарища с ником Con1222, что мне напомнило мультик про Карлсона, когда диктор зачитывал номер телефона. И выпишите наши телефоны. 3-2-2-3-2-2-3-2-2-2-3-2-2-2-3-2-2-2-3-2-2. И убедительная просьба, уберите ваших детей от наших голубых экранов. Так вот, что известно об этом вирусе. Из дома выходить нельзя. Но если нужно, то можно. Маски вообще не помогают. Но их обязательно носить. Магазины закрыты. Но их открывают, если нужно. В больнице бесполезно с этим идти. Но идти обязательно. Этот вирус смертельный. Но в принципе не страшно. Перчатки не помогут. Но они нужны. Все остаются дома. Но все гуляют. Еды в супермаркетах полно. Но ее кому-то не хватает. Вирус на детей не действует. Но дети в зоне опасности. Оборудования не хватает. Но оборудования достаточно. Вот так вот. Так что, если вы будете выполнять все эти простейшие правила, вы будете в полной безопасности. Но это не точно.